Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь, пойми, что я твоя. Так, а мы с Маратом пришли опять на новую квартиру. Я вам немножко, мы в Валберес заходили. Я вам немножко покажу, что я заказала. Значит, заказала я вот такую вот щеточку, да, пуходерку. Вот именно этой фирмы. Ссылочку я вам оставлю в описании. Я уже вторую заказываю, потому что одну мама кнопочки купила, да, она у нас была на даче. В общем, у кого собачки, ребят, кто не может расчесать колтуны? Ну, у кого маленькие собачки? Вот это самая классная расческа, которая прямо от корня волос, она не травмирует, они ее очень любят. Даже кнопка полюбила расчесываться, хотя у нее очень нежная кожица. В общем, вот такая вот замечательная классная расчесочка. Смотрите, стоит она 533 рубля в Валберсе, я ее заказывала. Так, вот так. Дальше я, значит, заказала себе вот такие вот две туши. Да, но я уже их показывала, не буду их распечатывать. По 331 рубль для ресниц, вот такую, вот такая вот тушь. Потом Тимохе я заказала такой лонгслив 158 роста. Ну, потом оденет он, покажу. А самое главное, дальше я заказала, короче, вот такие набор чашек. Сейчас я буду вам их показывать. Распаковала я вот такие вот, вот эти. Вот эти распаковала, вот так вот они выглядят. У них, значит, 9,5 сантиметров высота. Низушечка тут у них 9 сантиметров и 11,5 верхушечка. Вот такие чашечки. Но это не все, да? Не все. Также в кофе я купила вот такую чашку. Мне очень понравилась. Во-первых, она большая, достаточно глубокая, с кроликом. У нее глубокое блюдечко. И, ну, у нее приличный, в общем-то, объем. Она не вот прям маленькая. И вот так вот она ставится. Мне прям нравится. Классная кружка. Поскольку у меня тут такая кухня в таких тонах, да, мебель светлая, я вам позже буду все показывать. Поэтому я решила сюда купить, в общем, белую светлую посуду, потому что, ну, надоели мне уже всякие тарелочки со всякими ободками, цветочками. Я уже во все это наигралась, уже мне не хочется этого ничего. Так, дальше. Вот в такой вот коробке были эти чашечки. Вот, два предмета в коробочке. Так вот было упаковано. Ну, коробочка, видите, мятая. Но поскольку я брала себе, а не в подарок, поэтому, в общем-то, нормально. Так, дальше заказала вот такие две кружки. Вот, 985 рублей стоит набор из двух кружек. Набор чашек для капучино и кофе-латте. С подставкой два предмета. Вот, смотрите, в такой оно коробке опять, да. Ну, тут более-менее ничего, коробочка была. Ну, хотя нет, вот тут вот с этой стороны мята. Для подарка, короче, не подойдет, ребят. Честно вам скажу, у Валберес что-то прям не очень красивые коробки у них. Она достаточно тяжелая, но у нее очень большой объем. То есть, да, и деревянное блюдечко такое вот блюдечко. Деревянное блюдечко, ну, в общем, нужно там вам оно, не нужно, но выглядит это красиво. Эту чашки вообще приглядела мама себе еще перед Новым годом. Она все смотрела, ей очень они нравились. Вот смотри, мам, классные чашки. Если честно, я думала, что мы когда все заказывали, я думала, что от чего-то мы откажемся, потому что я не думала, что все придет в таком приличном состоянии, потому что Валберес, в общем, частенько дурака валяет. Вот, ну вот, тут все написано. 80 сантиметров у нее глубина, да, 11,2 сантиметра ширина. Вот, в общем, все размеры здесь есть. Все. Вот так вот. Вот такой вот классный набор, да. Вот. Ну, то есть, как бы все они у нас друг под дружечку подходят. Дальше пока. Дальше. Дальше я заказала, вот я только что собрала, она с двумя шурупами снизу прикручивается. Следующий набор буду открывать, вам покажу. Я сама достаточно просто все это скрутила. Значит, дальше я заказала вот такие чашки, такие кружечки. Они вот так вот навешиваются. Вот так вот навешиваются аккуратненько. Со всех сторон. Ну, типа, оно рассчитывается, да, что оно аккуратно будет висеть. Ну, я, конечно, я вам просто сейчас показываю, но я ни за что для своих мальчишек этот набор не оставлю в таком висячем состоянии.
То есть это было все, даже для своего мужа, потому что они мне все это разобьют. То есть, в общем-то, я этот набор заказывала не для того, чтобы он был с подставкой. Хотя, в принципе, да, у кого нет места, да, вот вообще красиво смотрится. Значит, этот набор стоит, сейчас скажу, тут подставка. Сейчас, секунду. Куда-то у меня все это убежало. Так, вот этот, «Птички на ветке» он называется, потому что тут рисунок, тоже тут птички на ветке. И вот на тех чашках птички везде. Значит, этот набор у нас стоит 1219 рублей. Значит, эти кружки 300 миллилитров, да, как вы видите, вот это по 300 миллилитров кружки. Вот эти большие для капучино я вам показывала, они по 500 миллилитров, они вообще классные, огромные. И вот эти кружечки, они по 350 миллилитров, они такие вот достаточно пузатенькие, симпатичные кружки. Так, и еще один набор я заказала, он похож на этот по принципу, только у него более гладкий рисунок, вот такой. Значит, тоже он 1219 рублей, он просто называется «Айсберг». 300 миллилитров кружки. Сейчас соберу, поставлю, все вам покажу. Так, вот этот набор был вот в такой коробке. Коробку я уже говорю вам, да, что если вам в подарок, конечно, это никуда не годится. Ага. Вот такая вот большая коробка. Так, показываю. Вот такая вот коробка. Она все перемотанная такая скотчем. Коробка, конечно... Я еще раз повторюсь, для подарка не годится, только для собственного использования. Поэтому, если вы на подарок заказываете, вам, в общем, придется идти в магазин, чтобы выбрать красивую коробочку. Вот такая там внутри подставка. Это внутренняя сторона, да? Вот эта подставка, так она выглядит. Вот, просто обычная деревянная. Тут вот два таких шурупа. Их надо выкрутить. И вот так вот все это вместе и с противоположной стороны скрутить. Вот, то есть вот сюда, то есть вот в эти дырочки уже с этой стороны вы вкручиваете шурупчики. Ну, сейчас я сделаю и покажу, потому что Марат там занят, он приклеивает щетки для специально для шкаф для машинок, поэтому я его не буду трогать. Сделаю все сама. Все, кружки вот так вот выглядят, то есть они такие, вот такое у них дно, вот такой вот они, такой более квадратной, что ли, такой формы. Сейчас я их буду навешивать, а вы посмотрите, как все это выглядит. Ну, в принципе, я хочу сказать, если вдруг кто-то не любит убирать сушку, кружки, можно их и так навесить, тоже, в общем-то, удобно. Вот так вот это выглядит. Все достаточно симпатично. Что-то тут есть какая-то, что-то тут какая-то штука, но, в общем, ее можно, в принципе, напильником чуть спилить, поскольку это натуральное дерево, тут, в общем-то, раз. Можно даже пилочкой подпилить, и все это уйдет. Все, значит, вот таким вот образом. Вот такая вот у нас красота. Ну, слушайте, мне нравится прям. Белые кружки такие классные. Во всяком случае, хоть что-то новое. Хочется в новую квартиру поставить что-то новое. Уже старье тащить с собой, честное слово, особенно которое ты каждый день используешь, честно, ну, не хочется. Хочется в новую квартиру внести какую-то свежинку. Ну, хотя бы это сделать с помощью тарелок, с помощью чашек, там, досок, ну, таких вещей. Я считаю, что это нужно менять все равно. Все. Вот такая у нас красота. Такая лепота. Ссылки все оставлю в описании. И самое главное вам сниму. Смотрите. Мы, конечно, с Маратом решили с подставок все чашки снять и поставили все вот так. Смотрите, получилась ровно сушка, да?
То есть ровно у нас большая вот эта вот сушка. Все, вот сюда уместилось ровно, получается, на 16. Сколько у нас получается? 12 плюс 4. Ну, вообще, да, 16 чашек. Ровно 16 кружек сюда влезают. Две большие, да. И вот они вот все вот так вот влезают. Вот так. Все. Теперь осталось купить тарелки. Но это я сделаю уже тоже без Марата. Ну и вот Тимошкину кофту сниму, пока у меня чистая столешница, разложила. Ну тут немножечко какие-то ниточки попались, свет тут падает. Сейчас, в общем, ее надо постирать, она новая. В общем, люблю очень эту фирму, Ната Бене. Он немножечко мальчик у меня такой с пухлинкой. Поэтому, в общем, эта фирма ему достаточно хорошо на нем сидит, мне нравится. И, в общем, тут хороший состав. Это хлопок с эластаном, белые рукава, в общем, модные всякие надписи, воротнички тоже. Главное, хорошего качества, потому что, ну, она достаточно тоже длинная. И у нас такие обманки тоже в школу. В общем, это классные, замечательные вещи. Мне прям так они нравятся. Но это наш производитель, Ната Бене. Они косят под Италию, конечно. Я бы так вот сказала. Но совершенно классные эти штуки. Сейчас я найду. Да, Long Sleeve называется, футболка с длинными рукавами. 158 рост у нас, 966 рублей. Вот. Ну, это, кстати, он со скидкой. И вообще на него часто бывают, на Ната Бене бывают скидки, поэтому если вам что-то надо... В Валбересе часто бывают скидки, и, в общем, можно что-то мальчишкам купить. И девчонкам, кстати, тоже. Там для девочек тоже есть замечательная, классная эта линия одежды. Мне вообще очень нравится. Там и штаны у них качественные, все классное. Так что присмотритесь. Значит, тушь моя, смотрите, вот так приходит упакована тушь. Я вот иногда думаю, вот кружки упакованы хуже, чем вот какая-то тушь, да? Вот что ее так упаковывать? Прям, я не знаю, муха не пролетит. Все, достала я две туши. Давайте, ругайте меня, что я такая женщина. Пользуюсь дешевой тушью. Я такая женщина, непослушная, нехорошая. Могла бы пользоваться дорогой брендовой. Вот не пользуюсь. Перестала. Ланкомом пользовалась всю жизнь. И пользовалась Клорансом. Перестала, честно. Потому что... Вот, ну, честно, от души не вижу никакого смысла, за что такие бабки. И, честно, некоторые туши мне ресницы делают гораздо меньше, чем они у меня есть. Поэтому вот люблю эту тушь. Единственный у нее минус, у нее силиконовая эта щеточка, да? То есть у нее вот такая, сейчас я попробую ее открыть. Мне, конечно, я не взяла штатив, я такая молодец, я пришла. Дела тут делать на новой квартире. Какие вообще это? Вот, тут у нее такая вот, да, наверное, вы тут не увидите. Вот, сфокусировалась. Силиконовая. Немногие любят силиконовые щеточки, но мне она нравится, потому что она делает длинными ресницы. Самое главное, не то, что длинными, она мне их хотя бы не уменьшает. У меня другая проблема. У меня такие ресницы такой длины, что я когда, если их крашу и одеваю солнечные очки, они у меня упираются ровно в очки. И очки тоже мне выбрать из-за этого на лето тяжело, если я крашу ресницы. То есть у меня будет от того, что жарко и плавится, вот вы не поверите, у меня очки с внутренней стороны будут, если это не водостойкая тушь, то есть очки будут покрыты тушью. И, ну, то есть... Вот, да. У всех свои, девчонки, проблемы. У меня вот такие. Ну, где вы еще такое увидите? Только в Зойкиной квартире. Давай, давай, громи. Поставь помойку. Ну вот, голова Баби Зининой. Конечно. Нафиг, все, в задницу китайские статуэтки. Я не могу. Ну что? Вот только ставить ты не умеешь как надо. Ставь сама. Сама
Я не могу. Высоко, я не допрыгну.